Microsoft проявляет заинтересованность в технологии блокчейн. Как сообщает Bitcoinist, два ведущих сотрудника корпорации Microsoft, Йорк Роудс, глобальный блокчейн-стратег, и Крейг Хайдук, главный менеджер по разработке блокчейн, на дискуссионном форуме заявили, что Microsoft стремится к лидерству в секторе блокчейн-технологий. Корпорация Microsoft также наладила партнерские отношения с несколькими компаниями, такими как Ethereum, R3 and Shares, для повышения своих показателей эффективности в сфере блокчейн, и даже начала предоставлять собственную блокчейн-услугу – облако Azure. Azure – это общеорганизационный сервис на основе блокчейна Ethereum.